Короче, знаете, из-за кого на самом деле мы проиграли? Из-за кого? Вот из-за вот этого чувака, вот я его сейчас снимаю. Из-за вот этого чувака. И из-за вот этого чувака. Потому что это три, которые вообще не посещали тренировки. Да? 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 Да. А что, ты часто был на тренировках? Да. Сколько раз ты был на тренировках? Ну, я на пальцах могу посчитать, сколько ты был на тренировках. Вот это, кстати, единственный человек, который не пропускал тренировки. Так что ему респект. Давай еще! Давай! А вы какие комментарии писали по поводу видосов? Давайте. Говорили, что типа не похуй, но много специалистов. Да что ты, черт побери, такое несешь? Та-та, ух, как у тебя грудь. Сделай мне бум еще раз. Давай, пять. Пасус. Оу, хорош. Все девочки хотели, чтобы я покрасился в розовый. Я исполняю ваше желание. Вот он, настоящий сердцеед. Посмотрите, розовый парниша. Special for you, girls. Ну что, мы закончили. Наказание исполнено. Как видите, ребята получили свой пепельный окрас. Он тоже пепельный получил. И этот пепельный получил. Но! Есть у нас один интересный случай, нетипичный для всех. Вот тут явно что-то пошло не так. Ну, в общем, так как вы голосовали за пепельный и за розовый цвет, мы все-таки решили сделать. Это у нас самый отважный, самый смелый человек, который отважился оставить розовый цвет. Мы его оставили, поэтому можно ему поаплодировать и только за это поставить им еще 10 тысяч лайков. Вот. И музыка в тему, да. В общем, пацаны, можете сказать что-то, пару слов? Вы вообще рады, что приняли участие в этом проекте? Да, проект был достаточно интересный. Мы получили ценный опыт. Пришли зеленые, ушли пепельно-розовые. Нормально. Подтянули физуху. Да. Савелий, покажи физуху. Сиськи больше, чем у папы. Все видели? В общем, всем спасибо, ждите новых проектов, скоро я запускаю еще один проект. Всем любите друг друга.